Здравствуйте, дамы и господа, с вами опять Серега, и мы играем в Farming Simulator 2015. Дело в том, что компьютер свой я починил, наконец-то, но обошлось это все потерей полностью жесткого диска C. Снесло мне абсолютно все, что стояло на этом диске. Это и игры все стимовские, это и Windows мой весь там со всеми настройками. В общем, все. Сохраненки, которые лежали в моих документах. То есть все, что можно было. Sony Vegas, которым монтировал, шрифты, которые были установлены. Да вообще все. Поэтому, но есть прикольный момент. Со Steam'а загрузил игру, и у меня есть здесь сохраненка моя, в которую я, собственно, и играл. Но есть небольшой косяк. Даже после установки модов я захожу, не знаю, откуда она взялась. То ли в Steam'е какое-то там облако взялось, то ли еще что-то. Но зашел, деньги на месте, статистику вроде как показывает. Но там косяки какие-то с полями, что-то не куплено, что-то еще. Техники вообще нет. Ну, в общем, как-то посмотрел я на нее, посмотрел, повздыхал. И, ну, думаю, ладно, бог с ней. Как писал в комментариях, как вы мне писали. Думаю, начнем что-нибудь другое. Поэтому мы со свободной, скажем так, с чистой совестью эту сохраненку удаляем. И начинаем жизнь с чистого листа. Соответственно, мы выбираем сложность. Сложность мы выбираем высокую. И... как говорили на новой карте, то есть у нас есть Бьорнхольм, на котором мы играли, есть холмы Весбриджа. Честно говоря, зашел, посмотрел, ну как-то не совсем мне понравилось. Огромные пространства, огромные поля. Ну то есть я так полагаю, что вся игра будет такая. Заехали на поле и все, и 5 часов там этот комбайн, особенно поначалу там с 4-метровой жаткой, он там 5 часов будет ползать по какому-нибудь полю. Ну, не совсем прикольно. Вот. И, в принципе, нахвалили карту мне. Хольмгард. Не знаю, как правильно называется, как читается. Ну, наверное, Хольмгард. Поэтому я предлагаю посмотреть, начать. То есть, тот же самый, по факту, Бьорнхольм. Вообще, Бьорнхольм мне, по факту, понравился. Прикольная карта, все такое компактное, все такое удобное. Ну, неплохо было, в общем, неплохо. Хольмгард, это же тот же самый Бьорнхольм, только немножко переделанный. То есть там база начальная переделана, еще что-то переделано. Говорят, какой-то полигон добавлен. Не видел, не знаю. Поэтому, ну, предлагаю взять и посмотреть. Поэтому поехали. И все. Нет. Все на немецком языке, что ли? Ничего не понимаю. С английским, если более-менее, то с немецким. Ага, вон в третьем окошечке вот здесь вот вижу. Арбайтен. Ну да. Арбайтен нам предстоит делать много и усиленно. Это опять и кредиты, это опять и всяких... и отсутствие техники, и отсутствие денег. Ну и как, в принципе, мы решали, то есть... читерить не будем. Даже узаконенными мечтами пользоваться не будем. Лес мы не сдаем. Бревнами имеется в виду. Щепки будем делать, потому что возни достаточно много. И я считаю, что ценник адекватный на щепу. И поэтому я считаю, что щепки, в принципе, окупаются. И что мы еще будем делать? Силосом, я думаю, будем заниматься, поскольку из всех таких направлений наиболее, мне кажется, прибыльный вариант. Щепа, силос. Будем ждать больших распродаж на наши культуры. И, в принципе, вот на ближайшее время наши основные заработки. Ну, кукуруза, опять же, не светит практически на силос. Ну, да ладно. Это все посмотрим. Ага. Наконец-то. Наконец-то дождались. Ну, загрузка на самом деле идет достаточно долго. Как-то не айс. Ну, давайте посмотрим. Добро пожаловать. Это мы видели. Ознакомительный тур нет. Мы уже большие специалисты. Так.
Если вы еще не ознакомились с новыми игры, всегда можно начать новую игру на карте Бьорнхольм и пройти краткий вводный курс. Но у нас краткий вводный курс был на протяжении 60 с лишним часов. Я так полагаю, хватит. Назначать это ознакомительный позже. Бла-бла-бла, да. Так. И у нас сразу монетки. 99. Ну это как дауном, да, чтоб туда не ходи, сюда ходи. И добро пожаловать в Бьорнхольм. Да, новый Бьорнхольм. Это ваша новая ферма. Ключевое слово новое. Идите дальше вниз по склону. Там на главной площадке вас ждут дополнительные подсказки. Так. Что здесь у нас? Ну да, что-то все такое. Что-то все такое. Косяки какие, да? Поставили здание. Так. Здесь что такое? А самолеты добавили, нет? Которые тарахтят, так вот летают. Ну, красота какая, смотрите. Солнце как. Классно. Мы опять играем. Цистерны можно наполнить водой из таких колонок. Пойдет. А у нас колонка, как вы помните, была где-то... Ну, судя по тому, что я ориентируюсь, где-то там далеко. Если у вас есть лишние тюки соломы или сена, можно... Да, смотрите. Солому можно теперь сюда сдавать. На Бьорнхольме, на... Ну, чтобы сразу нам определиться, на старом Бьорнхольме, так его будем называть. У нас с вами была такая неудобная задача. То есть там эта дырочка маленькая, куда было сложно попадать, это раз. И второе, стояла она вон там. Кстати, ее сейчас здесь нету. Одна только дорога, похоже, осталась. Хотя нет, и дорога идет к колодцу. Где-то вот здесь она стояла. Ну да ладно. Так, что у нас еще есть? Давайте посмотрим. У нас есть здесь курятники. Да. Петух наш. Герой также ходит. Ну, также у нас комбайн. Тот же самый коми. Что у нас еще есть? Трактор есть. Прицеп на 8,5 тонн. Пойдет здесь. Заборчики модные стали. Да, я любил здесь в уголок залетать, заправляться. Тут у нас стояла заправка семена этими удобрениями, а вон там дальше стояла заправлялка семенами. Сейчас смотрите, какой ангар-то сделали. Ох, красота какая. Так, а здесь у нас что? А это наша база, я так полагаю. Так, у нас есть противовес еще один. Здесь что? Здесь какой-то склад. Что здесь мы будем делать? Здрасте. Выпустите. Все. А, вот. В тюрьму попал. Здрасте. Они шевелятся даже. Статисты для массовки здесь. Свинота. Свинота. Так, никуда не... Ага, выход вот. Ну, семена у нас раньше были здесь. Да и ландшафт поменяли, вы посмотрите. Дорога такая. Ну, кривовато сделано, смотрите, все равно. Вот дорогу сделали, а... Портаки имеют место быть. Портаки имеют место быть. Ну, я думаю, в дальнейшем там. Так, посмотрим. Цепляем, цепляем. Отлично, это убираем, это убираем. А, ну давайте, как мы привыкли, трактора. Трактора во вторую группу. И что еще у нас здесь есть? Ну, у нас здесь вот этой... Какая здесь интересная оградка. Здесь у нас щепа, да. Здесь у нас всякие картофаны, свекла. Давайте еще сбегаем, посмотрим здесь, что изменилось. Здесь у нас какая-то баня стояла и лесок небольшой был. Сейчас же здесь огромный ангар с дырками в крыше.
Ну, ничего так. Симпатично. Симпатично. Вот здесь у нас были еще ангары, у нас стояли. А там у нас была площадка и колодец. Здесь был еще. Теперь здесь растут деревья, которые мы в дальнейшем на щепки, наверное, порубаем. Так, здесь у нас что? Здесь у нас 24-е поле наше, 29-е поле наше. Отлично, отлично. И давайте по технике пробежимся. Так, комбайн. Комбайн мы сразу толкаем в первую группу. Трактор. Прицеп цепляем. За противовесом нас гонять, что ли, сразу? У нас поленница, я даже не заметил. Можно даже здесь технику парковать. Классно. Ну что, ребята, мне нравится. А вот мы еще справа, там что-то было. Это мы еще не видели. Но вот это вот, конечно, неудобно положили. Неудобно положили. Сколько у него веса? 700 килограмм, нормально. И вот теперь где у нас тоже можно отлично здесь все хранить. Смотрите, семена и удобрения. Классно. Ну, не знаю, внешний вид, кому как, а мне вот внешний вид очень даже нравится. Прикольно. Так, прицеп наш. Прицеп наш. Цепляем. А по кредитам у нас что? По кредитам у нас минус 150 тысяч. Минус 150 тысяч. Поэтому, я так полагаю, будем мы с вами... Что-то ли в глазах рябит, или глюки какие-то. Где у нас тут? Прокатимся. Рабочая ширина 4,2 метра. Рабочая ширина. Разворачиваем. Поехали. Ну, солому нам пока рановато. Поэтому пока что без соломы. Что без соломы. Ну и по расстоянию у нас что-то 5 километров. Вот такого не было. И FPS показывает иногда 60, иногда 80. Мелькает, хотя ограничение. Так, что? Хотя ограничение у нас 60 FPS стоит. Но иногда где-то до 30, до 20 проваливается. Опять же, пока что не знаю, что к чему. Но думаю, к следующей серии разберусь. Поэтому я так настроил, сразу же экспромтом решил серию записать. Залез в моды посмотреть, и карта мне на глаза попалась. Ну вот, уборка идет у нас уже, все. Работа кипит. Работа кипит. Так, а что у нас с ценами здесь? Сегодня первый день. Первый день. 343, 300, силос 800. Ну, силос у нас, конечно, вне конкуренции. Щипа 378. Ну, щипы зато можно делать много. Процесс идет.
Ну, я думаю, мы первую серию с вами покатаемся. Сейчас туда поле немножко поубираем. Так, а что мы поубираем-то? Поубирать-то мы поубираем. Давай, Михалыч. Это будет у нас Михалыч. Езжай. А мы с вами тем временем... Опа. Это кто у нас здесь? А это наше далекое-далекое поле, да? Так. Да, 38-е поле. 38-е поле. Ну, что-то... особых каких-то изменений... ну, вообще не наблюдаем. Все. Все как и раньше. Поэтому давай, езжай. Барани. Так. А этот у нас поедет сажать. Давайте, что у нас там? Пшеница убирается. Посадим овес. Будем сажать. Будем растить. Потом, я думаю, мы... А что у нас с травой здесь происходит? Какая-то куцая трава. Так. Погнал. Классно. Так, и здесь у нас маленький трактор. Вот уже сюда. Магазин. Вроде бы старый. Вот эти дома. Ну, не знаю. Вроде бы такие же были. Что у нас тут еще может быть нового? Заправка наша. Поберегись. Теплоцентраль. Да. Все постар... Ой. Ничего, я колесом зацепился. Здесь камни какие-то. Ну, нет, камни вроде бы были. Камни были. Единственное, я не помню, чтобы вот такое вот белое выступал. Ну... не белая, светлая. Какие-то у нас тут скальные породы. Так, здесь у нас грибы росли. Где-то я помню, здесь монетка была. Помню, что была, но не помню где. Ну, где-то вот здесь недалеко. Где-то здесь недалеко. Нет, значит, не помню. Не помню. Едем. Едем, едем. Куда бы еще сгонять? Давайте съездим в дом наш, посмотрим. Пока тут товарищи убирают, сеют, пашут, баранят, культивируют, мы с вами проверим, как там наш дом поживает. Так, у тебя, Михалыч, все хорошо? Давайте. Ну, дом вроде бы тоже без изменений. Дом вроде бы... Ага, здесь же две монетки, мы сразу можем понять. Одна вот за баней была. Она и осталась, и одна около другого входа. Ну, я так полагаю, это парадный вход у нас, да? Или это парадный? Нет, это скорее задний, черный вход. Так. Ну и деревья нам надо будет порубать, вот эти все.
в дальнейшем, чтобы не мешались. Так. Ну а что нам? Вот этот трактор, опять же, куда нам его? Особо не нужен. Поэтому едем, продаем. Давайте заедем, посмотрим, как это будет все выглядеть. Что здесь можно хранить-то? Вообще непонятно. Все. Приехали. Вот так вот. Эх. Ну, получилось же выехать. За что ты там застреваешь? Непонятно, за что зацепился. Ну, побуксовал и поехал. А, и у нас должен быть какой-то полигон. А полигон у нас пообещали на 37-м, по-моему, поле. Говорят, что лучше проходить с видом от первого лица. Давайте проверим. Гонки на тракторах. Так, здесь у нас какой-то навес появился. Сколько всего нового? Мне так нету? Жадины. Ну, как-то я не наблюдаю. Где же полигон? Хм. Там что-то новенькое, интересненькое. Посмотреть мы здесь замучимся. Или это и есть полигон этот? Ну, я прям даже не знаю. Да, что-то тут какие-то... Оборудовано как-то здесь. От первого лица, говорите? От первого лица вообще не понимаю, куда ехать. Где-то я не там еду, похоже. Ну, тут мы были уже. Ой. Ну, практически спин Тайрес. Давай. Пошел, Страус, пошел. Колесах езда. Так, трактор на продажу, поэтому можно его ушатывать, да?
Ну ладно, полигон как полигон. Прокатились, не знаю, в мультиплеере, может быть, какие-то гонки можно поустраивать. Но пока что... Да, столько всего переделано. Стиль карты, скажем так, немножко поменялся. Полигон, в принципе, в любой точке можно устроить. Отлично. Прибыли. Прибыли. И, по-моему, 22 200, да. Продаем. Так, этот полный у нас. Этот мы тоже во вторую группу. Этот мы тоже во вторую группу. Ну, всякие курсплеи и прочее будем уже со следующих серий записывать, пользоваться. Ну, с такими полями 100 квадратных метров как-то можно и без курсплея спокойно справляться на первоначальном этапе. Прям лепота. Все восстановилось, все работает, все играет. Ну и Steam прям с сохраненками. Я-то сначала, когда первый раз увидел, прям обрадовался. Думал, ура! Сохранения живые. А не тут-то было. Как-то не профартило. Ну и давайте, ребята. Давно серии у нас не было. Первая серия второго сезона. Без читов. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Ставим пальцы вверх. Подписываемся. Комментируем, самое главное. И всем удачи. Всем пока.